Обалденно, у меня таких еще как ты никогда не было, а? Отношения Миши и Лили мало напоминали отношения обычной пары. Это и было секретом, на котором они держались. Все, еще, давай еще больше. Привет. А? О, привет, малыш. А я не думала, что ты сегодня работаешь. Да вот заказ случайно прилетел. Срочный и очень объемный. Ну, тогда не буду тебя отвлекать. Ха, меня сейчас от этих идеальных параметров ничем не отвлечь. Особенно ответ не так. Не зажимай так руками, грузик. У тебя пушап от природы. Ну, не всем так везет. Давай. Отлично. Класс, еще разочек. А, так, круто. А сейчас твоя задача убрать руки. Ну, а моя постараться не упасть в обморок. Готово? Готово. Класс, поехали. Опа! Супер! Я за все это время от Миши столько комплиментов не слышала, сколько он за час этой грудастой наговорил. Ты это терпела? Да я бы ее без одежды сразу в подъезд выставила, пусть там хвастается. Если бы он это для себя фотографировал, я бы так и сделала, но это же его работа. Значит, скажи, чтобы заказы свои фильтровал. Все, кто без одежды, сразу не подходят. Но Миша же не виноват, что ему, кроме как на работе, больше негде смотреть на большую грудь. В общем, я об увеличении думаю. Чего? Ты... Подожди. Ты серьезно? Ну а как мне еще его удержать? У него на работе одни молоденькие ходят. А я с ними чем, по-твоему, конкурировать должна? Вот этим? Лиль, ну это же не под каре подстричься. Такое надо с Мишей обсуждать. Да, только надо подумать, как это сделать. Если ему напрямую скажу, он скажет, я тебя и такую люблю. А потом это его будущее будет над моими фотографиями в купальнике ржать. Саш, да? Комаров просил бланки для заявлений на отпуска распечатать. А у нас в отделе вся бумага для принтера закончилась. Ну, раз Вячеслав Григорьевич просил, значит, надо распечатать. Знаешь, у меня там завалялось пару листочков, кажется. Я сейчас найду и сам тебе принесу, окей? Окей. Договорились. Слушай, а может я тут подожду? Че мотаться туда-сюда? Да. Да? Это не та бумага, которая пропала, это другая. Я лично ее покупал. Саш, я уже на кассе в аптеке. Не запомнила, как это лекарство называется. Скажи еще раз. Блин, я потерял ту бумажку с названием. Короче, объясни, что мне нужна мазь для прыща на заднице. И недорогую скажи, а то я знаю эту аптекаршу рыжую ушлую. Втюхает тебе то, что 2 года лежит. Ей лишь бы продать. Извините. Сашуль, на ужин овощную рагу и котлетки чечевичные. Я понял. Я сегодня такой голодный, Танечка, что готов даже твои чечевичные котлетки съесть. Сиди, я сам разогрею. Сашуля. Сашуля, миленький, посмотри пока телевизор, а? Просто я думала, что ты от чечевичных котлет, как всегда, откажешься и предложишь пиццу заказать. Сейчас быстренько все приготовлю. Оп. Раз. Два. Лиля не знала, как заговорить с Мишей. Но тревога в груди сама подтолкнула к разговору о ней. Милый, может быть, сходим куда-нибудь поужинаем? Некогда, малыш. Нужно к утру заказ сдать, иначе в журнал без взрослых картинок останется. А ради статьи его покупать не буду. Ну, вообще-то я еще хотела поговорить. Вот об этом. О многослойном ретушировании? Нет. О большой груди. Ну, я даже не знаю, как сказать. Так, давай, или быстро, или потом. Реально, очень много работы. В общем, одна моя подруга хочет сделать себе большую грудь, только не знает, как ее мужчина к этому отнесется. Подруга у Лили была только одна – Таня. И я точно знал, как ее мужчина относится к большой груди.
Сань, подай телефон, пожалуйста. Сань, телефон. Да-да-да. Лицо просто знакомое. Сань, что, пиццу заказал? А, да, я это, не понял, в какую папку купон на скидку закачал. Сейчас, да, давай без купона закажем. Давай. Держи. И не оставляй, пожалуйста, больше у меня в машине своих подружек с пятым размером. А? Я, в конце концов, ребенка каждый день в этой машине вожу. А как ты узнал, что там? Как узнал? В смысле, по всей машине разлетелись, вот и узнал. Я думаю, мужчина просто офигеет от радости. Ты серьезно? Ты серьезно, конечно. Он же мечтает об этом, просто боится попросить. Почему? Ну, понимаешь, такая просьба может обидеть человека и на год без секса оставить, например. Лиль, давай я доделаю, и мы договорим. Ну, в общем-то, я все услышала. Сергеева бутылка вискаря. Саш, смотри. Представил на мне? О, да. А как с меня это снимаешь? Представил? Еще как. Во всех красках. Ну, отлично. Тогда пойдем в спальню. Ну, просто я уже кремом намазалась. Неохота такое красивое белье пачкать. Идем. Саш, мне кажется, у нас на балконе кто-то ходит. Слышишь? Сергей, просыпайся! Саш, ты где? Блин! Я ж пирог на балконе поставила. Сергеев! Сыночек, давай вспомним, как зовут твою воспитательницу. Коза драная! Нет, сыночек, ее зовут Ирина Николаевна. Кикимора лосатая! Я ж тебе говорила, что он не спит, а просто глаза закрыл. Все слышал и запомнил. Что теперь делать? Я не знаю. Иди скажи, что он заболел. До среды к маме отвезем. Надеюсь, за пару дней забудет. Ну, ладно. Лешенька, Ирина Николаевна. Здорово, ну ты чё так долго? Лиля попросила Тане гирю передать. Не мог от метро донести? Вообще, когда везёшь какую-нибудь фигню через весь город, хочется услышать спасибо, а не тупую шутку. Ну, формочки для кексов — это еще не такая уж фигня. Я вот один раз в Королёв за мелкой тёркой ездил. Кстати, поздравляю тебя с новыми Таниными формочками. Как ты уговорил на операцию? Надеюсь, без шантажа и угроз? Какую операцию? Ну, по увеличению груди. Тебя что, от радости провалы в памяти начались? Мишель, соберись. Ты сейчас не с презентацией коньяка случайно приехал? Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Блин, походу это был сюрприз. Извини, что испортил. Какой нафиг сюрприз? Чего ты вообще взял, что Таня собирается что-то увеличить? Ну, Лиля мне вчера рассказывала, что одна ее подруга хочет себе новую грудь. А подруга у нее реально одна. Вот я и подумал. Нет-нет-нет, это не Таня. Все наши сюрпризы мы с Танечкой по 10 раз обсуждаем, а некоторые даже примерять вместе ездим. Так что... Может, я что-то не так понял? Да. Да, видимо, ты что-то не так понял. Ладно, я побежал на постоянную работу. Кстати, погугли потом, что это значит. Александр Сергеевич, можно я на 2 часа пораньше домой сбегу? Нет, пока комар здесь, все сидим. Я... Ой, Вячеслав, Слава, а почему так официально? А потому что ты, Александр Сильвестрович, на 2 часа остаешься главным за Комарова. А пока комар здесь, все сидим. Тань, ну что ты со мной, как с ребенком? Я в состоянии купить лампочки и без твоего звонка.
Конечно, на 60 ватт. Ну, естественно, с узким цоколем. Я все купил. Тань, я даже не 4, я 6 взял. Обычно подруги вместе выбирают в интернете новые босоножки или блузку. Но сегодня я помогала Лиле выбирать новую грудь. Смотри, вот хорошая клиника. И акции сейчас как раз на пластику груди. Первый взнос 39 900, а дальше в рассрочку. Ну да, и отзывы положительные. Главное, все мужские. Слушай, ты точно решила? Что не хочу потерять любимого мужчину? Да. А вот где денег взять, пока нет. То есть любимый мужчина не собирается поучаствовать? Вообще-то такие крупные покупки из семейного бюджета делаются. Я же не хочу, чтобы Миша знал. Я же хочу ему сюрприз сделать. Таня, я все придумала. Я скажу ему, что полечу в Уфу, а когда вернусь, у меня уже будет грудь на пару размеров больше. Таня, вот только не могла бы ты мне на первый взнос денег занять? У меня столько нет. Сама каждый день взносы ношу. То в магазин, то в садик, то машину мне там поставлю. Блин, копить тоже не вариант. Я пока такую сумму соберу, Миша уже какое-нибудь грудастое предложение сделает. Ну, в принципе, Сашка что-то откладывает. Могу попробовать у него спросить. Правда? Таня, спасибо тебе большое. Можно я тебя обниму? Ну, пока не за что, но давай. Если все получится, обниматься с тобой проблематично будет. О, здорово, Альберт. Привет, Санек. Фен-то тебе зачем? В подъезде сквозняки боишься укладку испортить. Зря ржешь, Санек. Фен стоит 300 рублей, а здесь штуки на полторы. Это тебе не халву по акции покупать. Реальная экономия. Конечно, я не поверил, что Таня собирается увеличить грудь. Но сама мысль весь день не давала мне покоя. И просто так, ни на что не надеясь, чисто на всякий случай, я решил взглянуть, сколько стоит увеличение. Нифига себе, эту ссылку уже открывали. Может, Таня реально хочет сделать грудь? У них еще и акция сейчас. Это похоже на Таню. Она даже грудь по акции найдет. Первый взнос 39 900. Слушай, Саш, я с тобой кое о чем поговорить хотела. Таня, это не я, это Лешка из твоего дорогого шампуня пену для ванны делал. Я сам поздно увидел. Да нет, я не об этом. Мы можем Лиле немного денег занять? Точнее, много. 39 900. Офигеть. Мне еще никогда так не везло. Сейчас главное не закричать от радости. Она себе холодильник присмотрела. Двухкамерный. Обещаю через 2 месяца все вернуть. Холодильник это хорошо. Святое, можно сказать, дело, холодильник. То есть мы сможем ей одолжить? Конечно, мы сможем ей одолжить. Это друзьям надо помогать. Скажи, а сколько тебе, то есть, Лельке, как лучше деньги на карту кинуть или наличными? Я даже не знаю. Наверное, лучше наличными. Наличные везде берут, в магазине холодильников их точно возьмут. Да. Значит так, я сейчас до банкомата сбегаю. Саш, да это не обязательно, я завтра сама могу. Нет, что ты, мне не трудно. Не каждый день друзья холодильники берут. Я сейчас. Саш, ты куда в моих тапках-то? Прекрасно. Прекрасно. Все в порядке. Ну что ж, можно вас завтра выписывать. Спасибо, доктор. Носите на здоровье. Я же не хочу, чтобы Миша знал. Я же хочу ему сюрприз сделать. Я скажу ему, что полечу в Уфу, а когда вернусь, у меня уже будет грудь на пару размеров больше. Алло, привет. Ну, звоню тебе сказать, что мы приземлились. Привет, малыш. Ну, хорошо долетела? Ну да, я спала всю дорогу. Как у тебя дела? Что ты делаешь? Да ничего особо.
По тебе скучаю. Не с веселым Сашей переписываюсь. А что у него случилось? Ему разрешили на выходные в Королёв не ездить? Нет. Короче, он узнал, что Таня себе хочет сиськи ставить. Радуется, как ребенок, думает, что это красиво. А разве ты так не думаешь? Нет, конечно, малыш. Я за естественную красоту, как у тебя. А на эти силиконовые девайсы я на работе насмотрелся. Аж тошнит. А почему тогда у нас дома ты той девушке комплименты делал? Чтобы она расслабилась и фотки нормальные получились. Эти дурочки с грудными протезами, они же все зажатые. Дурочки? Ну да. А по-твоему, нормальный человек будет в себя добровольно полимерных медуз запихивать? Как вообще с этими шизанутыми живут? Все, пока. Меня мама зовет чай пить. В каком смысле вытащить все нафиг? В прямом. Но все, что не мое, достать обратно. Вы же можете это сделать? Ну, в принципе, это все возможно. Но только не бесплатно. Операция по извлечению имплантов будет стоить 30 тысяч. Сколько раз повторять, нельзя доплату открывать. Вот когда купите, делайте с ней что захотите. Слушай, девушка, ну ребенок захотел прямо сейчас. Ну, чуть не расплакался. Ну что, мне мучить его, что ли? Что? Извините. Я больше так не буду. Так, а что это у нас в разгар сельдереево-баклажанной недели? Пельменями пахнет? Или мне с фонариком идти проверять бампер? Да нет, просто захотелось тебя побаловать немного. Побаловать? Короче, Лильке надо еще 30 тысяч. Зачем? Ну, она передумала холодильник покупать. Кое-что другое захотела. Что другое? Не надо ей ничего другое. У нее с другим все нормально. Сергеев, ну она, наверное, лучше знает, что ей надо. Ты можешь еще в долг дать? Тань, ну ты чего такое началось-то? Я не понимаю. Я последние 40 тысяч давал на грудь. Пусть будет грудь. Откуда ты про грудь знаешь? Какая сейчас разница? Тань, ну хорошо, что там тебя еще не устраивает? Бока твои? Бока сделаем в следующий раз. А сейчас я настроился на грудь, и, пожалуйста, будь добра. А при чем тут я? Это Лиля себе грудь увеличила, а теперь ей нужны деньги, чтобы ее уменьшить срочно. Как Лилька? А ты? Подожди. Так ты на мою грудь деньги давал? Какая, по сути, сейчас разница? Дело в том, что нужно же деньги найти, если они нужны. Если нужны, я пойду поищу вот в машину, в автомобиль. Там, да? Стоять, Сергей! Да! У меня еще и с боками что-то не так! Нет! Слушай, а хорошо, что я модель плюс сайз не фотографировал. А то ты со своим рвением уже бы, наверное, килограмм 15 набрала. Ну, прости меня, но я теперь все-все у тебя буду спрашивать. Только напрямую. Да. Чтобы опять на 40 штук не попасть. Кстати, Саня, подождешь до конца месяца? А? Да-да, конечно. Сергей, ты совсем уже, что ли? Чего? Мы вас лучше в коридоре подождем. А что такое-то? Малыш, ну придется тебе еще до конца месяца с этим тюнингом погонять. У меня там заказ будет большой. Все правильно. Ты сможешь меня вот с этим терпеть? И с этим, и без. И с тем, что у тебя здесь. Белёк. Достали, скорее бы уже конец месяца. Девушка, если на штанги подстраховать надо будет, вы можете рассчитывать на меня. Спасибо, будете восьмым в очереди. Лилька, слушай, а грудь увеличить, это вообще больно? Даже не думай об этом, поняла?